Всем привет, с вами Арсений, магазин Tukamp и видеообзор товара, представленного в нашем интернет-магазине. В данном случае мы рассмотрим передвижную хомут для крепления весла на лодке ПВХ, вот на уключенную. Вот. Если у вас есть весла, то периодически, иногда, как это бывает, ломается такая деталь, вот, как передвижное крепление весла. Для того, чтобы быть уверенным, что это именно та деталь, которая вам нужна, мы сейчас ее померим. Размеры у нас получаются 60 мм, 55 мм, 40 мм. Внутренний диаметр у нас, как и большинство продающихся весел в России, диаметр 32 мм. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендуем.